Здравствуйте. Представляем вашему вниманию установку перистатической МДП 200L с 12 соплами и выходным поворотным столом ТДМ 600+. Установка дозирующая предназначена для дозирования различных жидкостей фармацевтического, пищевого и химического назначения. Оборудование соответствует требованиям GMP. Корпус выполнен из железа 316L стали. Состав оборудования. Загрузочный стол. Дозатор с приводами. Дозирующие головки 12 штук. Дозирующий сопло 12 штук, держатель, силиконовые трубки, панель управления, датчики и отсекатели, транспортер, делительный диск. Давайте посмотрим все это в работе. Спасибо за внимание и всего доброго.